Месье Коннор, рад вас видеть. Чем обязан? Я хотел задать вам вопрос. Почему вам так важна эта революция? С самого начала этого приключения, из всех лордов, торговцев и солдат, с кем я имел дело, только вы меня и спросили. Вы были во Франции? Не был. Когда-нибудь, когда все кончится, я непременно приглашу вас в Париж к моей семье. Это самый красивый город мира, Коннор. Город искусства, культуры, вина и женщин. Но он болен и сгнил изнутри до черна. А здесь все совершенно иначе. Внешне колонии страшны. Это грязный, опасный, беспощадный и дикий мир. Но внутри они сияют. Вот зачем я здесь. Чтобы учиться. Я хочу вернуться и заставить черное сердце Франции снова сиять. Сезон войны быстро приближается, сэр. Вы уже выбрали стратегию? А вы не церемонитесь, верно, Коннор? Мы разделены. Британцы удерживают Филадельфию, мы Бостон. Хау не станет снова штурмовать Бостон. Бессмысленный маневр. Нью-Йоркский порт и Гудзон заодно. Вот его цель. Мы двинемся туда на перехват ему. На славу или на беду. Вы уверены, что это мудро? Теперь вы колеблетесь? Вы? Я поражен. Вряд ли наши ряды станут больше. Солдаты готовы, а ждать больше нельзя. Нужно нанести решительный удар и сделать это в Нью-Йорке. А победим мы или нет, это в руках Божьих. Мы сделали, что могли. Thank you.
ставка на фрукты. Не проходите мимо. Растили с любовью и умеем. Не знаю, оставаться ли тут в таких обстоятельствах. Я пришел от имени Ланса О'Доннелла забрать посылку из Франции. Его ученик пару дней назад забрал и расписался за нее. Патрик О'Хара. Патрик О'Хара, бывший ученик мистера О'Доннелла. Вы не знаете, где он сейчас? Знаю. Последние несколько дней он ошивался в порту. Может, и сейчас там. Вот, возьми и спрячь эти бумаги. Не дай никому наложить на них лапу. Тише. Катина, что я тебе сделал? О? Сколько? Целый как мы. Буду я платить. Но почему всегда я? О. Чокнутый. Зря надеешься. Сейчас. Моя банка. Я так рада, что наконец-то могу заниматься своим делом без этого проклятого Квинсента.
Дел по горло. Зачем же по стенам скакать? Добрый день. Глубокий цвет. Неплохо. Здравствуйте. Проклятая стирка, вот наказание. Чертежи у меня. А для чего они? Они у вас? Это, Конор, чертеж складного стула. Гениально! Вы не пожалеете. Как раз вовремя. Я как раз занимался кое-чем, что может заинтересовать вас. Что же это? Чертежи, что вы мне принесли. Поверьте, они стоили всех хлопот. Складной стул. Я не понимаю. Это стул. Он складывается. Можно сложить их грудой. Хранить, перевозить, можно тысячу таких в сарае хранить. Это гениально! Я ведь
сколочу состояние! Складной стул. Удачи вам с этой работой. Вот увидите, Коннор, вот увидите. Добрый день, Коннор. Коннор, я так рад, что вы тут. Те чертежи, там был не только складной стул. О, нет! Было еще нечто потрясающее. Летательный аппарат самого Леонардо да Винчи. И я его построил. Ха! Вы можете первым его испробовать. Полететь, парить, как орел! Он работает? Да Винчи был величайшим умом за всю историю человечества. Я вас уверяю, точно работает. Хотите испытать? Хочу. Такая вещь явно может пригодиться. Чудесно. О лучшем урожае нельзя и мечтать. Сейчас нам нужно узнать планы лоялистов. Я пытался, но солдатам ничего не говорят. Только ждать приказов сверху. Пытайтесь дальше. Приходите, когда узнаете что-то нужное. Мы близки к победе. Еще пара атак, и мы покончим с этой войной и избавимся от короны. Что ты хочешь делать?
Пока ничего, учитывая, что мы ничего не знаем. Я думал, у тамплиеров везде глаза и уши. Они были, пока ты не начал их резать. Твой человек сказал приказы сверху. Все очевидно. Нужно просто выследить командиров лоялистов. Вы обдумали предложение? Я не уверен. Помочь им значит лишить защиты Нью-Йорк. Здесь и так трудно поддерживать порядок. Нас мало. Но если не помочь им, их разгромят. И что тогда? Нужно было морем. Все одно и то же. Так мы ничего не узнаем. И что ты предлагаешь? Войти и потребовать ответов? В общем, да. Засада! Коннор, поспособствуешь? Ставь лидеров в живых, Коннор. Их нужно допросить. Мы доставим их ко мне в Форт Джордж и выясним, что они скрывают. Вот как? А ну-ка, живо беги за ним. Сам беги. Я присмотрю за пленными. Нет, ты. Почему? Я так хочу. Живо! Пошли. Иди к черту! А ну пошли! Стой, стой!
Я скажу все, что ты хочешь, что угодно, только не туда, умоляю. У нас просто есть к вам вопросы. Переступи порог, и мне конец. А вот и ты, Коннор. Я уж думал, ты заблудился. Что ж, идем. Что планируют британцы? Оставить Филадельфию. Там все кончено. Ключ Нью-Йорк. Удвоив ряды, мы отбросим повстанцев. Когда они выступят? Через 2 дня. 18-го. Надо сказать Вашингтону. Видишь, это было не слишком трудно. Я все сказал. Отпустите меня. Конечно. Эти сказали тоже. Значит, правда. Ты его убил. Ты их всех убил. Зачем? Подстраховался. Можно было держать их в плену. Что? И тратить на них силы, время и деньги? С какой целью? Они сказали все, что знали. Встретимся в Вэлли Фордж. Кому Нью-Йорк Меркури? Налетай! Покупайте самых лучших чистых.